Семейная драма вышла за рамки и стала предметом уголовного дела. Брестский СК выясняет обстоятельства убийства 45-летней женщины. Подозреваемый – ее собственный супруг. По данным следствия, инцидент произошел рождественским вечером в доме скандальной пары. Мужчина нанес несколько ударов двумя ножами своей жене. Потерпевшая получила смертельные ранения и скончалась на месте происшествия. Затем муж сам позвонил в милицию и сообщил о преступлении. О задержанном известно, что ему 46 лет, он безработный, ранее судим не был. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. Действия жителя Бреста квалифицированы по статье «Убийство».